Я вообще отрицательно отношусь к всячески запретительным мерам, тем более спонтанным и вот такой ура. Конечно же, скорее всего, в ночных клубах продаются наркотики. Скорее всего, туда приходят ребята, которые могут быть агрессивно настроены и под воздействием этих наркотиков, алкоголя и танцев разгоряченных вести себя неадекватно. Да, это есть. Во-первых, две проблемы. Если запретить, то это все расползется по квартирникам. Это нужно четко понимать. И по квартирникам это контролировать намного сложнее. На мой взгляд, лучше контролировать это в одном месте, где это происходит цивильно, нормально, вкладываются средства. Другое дело, если казаки хотят бороться за нравственность, им ничего не запрещает, ничто не мешает участвовать в этом процессе. На входе, внутри, проводить какие-то беседы. Более того, делать альтернативные клубы. Почему бы тогда молодежь не перебралась бы к ним? Кстати, идея ночных клубов под эгидой или под патронажем казаков, кстати, очень хорошая. Можно все то же самое делать, но тогда это все будет... Они в честной конкуренции победят просто эти злачные места.